Всем добрый день, а мы в парке. Как понимаете, я специально чуть-чуть помолчал, чтобы послушали птичек. Вот так вот в парке сегодня классно, хорошо. Ну, а я, как вы видите, снимаю с телефона, так как у меня появилась флешка, вернулась. Точнее, не вернулась, а пришла. Новую пришлось покупать. Старая, к сожалению, сломалась. Но ничего, зато мы сможем теперь с вами снимать чуть-чуть другие ролики. Здесь вот эти статуэтки, парк маленький, не парк, а как его называют там, как он назывался, я уже не помню, если честно, ну, в общем, всякие тут статуи, объекты, напоминающие, нет, вам все равно не видно будет, крупные объекты, какие-нибудь выдающиеся, типа башен всяких разных. Выставлялись на показ за денежки, но не удастся нам их посмотреть, подсмотреть. Зато могу показать вам вот что. Такие вот красивенькие цветочки. Их тут не скажу, что много, но есть. Для ноября очень даже неплохо. Осень пришла, я в Лазаревскую, как видите. Много всяких желтых элементов появилось, типа листвы. Ну, наверное, как у вас. Это, кстати, дикий гранат. Видите, его цветочки не вызревали, а вот такие вот. Маленькие и непонятные. Вот еще какие-то фикусы. Может быть, тоже дикий гранат, так я не вижу плодов. Но похоже уж больно. Зенитное орудие. Одна штука. Часть брусчатки еще, плитка такая еще. С советских времен, с моего детства осталась. До сих пор. Ну, наверное, с 80-х годов. Можно популять чуть-чуть, если хотите. Добрый день. А не хотите, можете не пулять. Ну что, центральный парк, центральная аллейка. Прогуляюсь. Покажу вам ее чуть-чуть в другом формате. Солнце, правда, светит. Надо будет перейти на другую сторону. Да, это парк. Вот они. Финики. Ну, конечно же, это не финики. Это я так ляпнул. Ну, чем-то напоминает. Пальмы все-таки. Может быть, даже финиковые. Может, какие-нибудь родственники. Я имею в виду для пальмы. Погодка замечательная. К сожалению, солнце не может пробиться окончательно и бесповоротно. Показать нам вообще всю классную, яркую, солнечную картинку, но тем не менее старается. Зато тепло и хорошо. Здесь мы частенько гуляем в вечерние часы, ну, во всяком случае, те, кто бывает в эфире на YouTube-канале. Во времена жесткой пандемии, я как сейчас помню, частенько сюда заглядывал даже, несанкционированно бывало, есть такой грех, пробирался на территорию. Вот, пожалуйста, вам цветочки. В большинстве своем их уже того. Повыкорчевывали на клумбах.
Но вот здесь вот немножечко осталось. Какие-то пионы, я не знаю, что это такое там. Опять же финики. Но опять же, это я их называю финиками. Весьма вероятно, что это не совсем не финики, а просто плоды пальм. Они, кстати, сейчас я покажу, что-то я обратил внимание, начали опадать. И вот так вот разбросаны под пальмами. Со временем, может быть, даже прорастут. Ну и судя по запаху, их здесь удобряют. Вот, честное слово, я, может быть, несколько грубо прозвучит, но есть такой факт. Пойдемте посмотрим, что там творится, работают ли аттракционы, потому что многих это до сих пор интересует. И, кстати, можно посмотреть шишку магнолии. Здесь она достаточно низкая. Вот так вот. Колесо обозрения спит. Спит до весны, скорее всего. Может быть, на новогодние праздники его там включат, не надо, не знаю. Но я не уверен. Это дом перевертыш. Добро пожаловать в сказочную страну приключений и удовольствий. Я представляю, женщина или мужчина, кто там сидит, торгует билетиками, целый день все вот это вот слушать. А купишь. Рыбки по-прежнему могут обладать во многие. Осенний парк такой прикольный. Ну, желающих что-то немного. Я бы даже сказал, вообще никого. В парке наводится порядок. Ну, в целом, конечно, прикольно, но людей, как видите, мало. Подул легкий, но очень теплый ветерок. Вот какие-то фикусы еще зацвели. О, смотрите, там какой-то насекомый пытается. Что-то мерит, и девушка. Уже спугнули мне насекомое. У нее такой хоботок у этого насекомого прикольный. И он оттуда вот что-то добывает, типа нектара, я не знаю, что там у них там. Цветах. Ну, в парке тихо, спокойно. Вороны. Вороны присутствуют. Цветут агавы. Гуляют собачки. Аттракционы, я вот не пойму. Кассы работают. Аттракционы вот мигают. Ну вот, чтобы кто-то катался, я не вижу. Пойдемте посмотрим клен, покраснел он или нет. Ну а там уже говорю, вам, буду говорить вам до свидания, наверное. Очень длинный ролик получился, сами понимаете. Выкладывать длинные ролики в данном формате, это весьма-весьма проблематично. Не проблематично, долго времени, много времени занимает и все. Одна алая роза доцветает. Здесь вот наверху. А клен начинает менять боевой раскрас. Точнее, он уже давно начинал его менять. Но все-таки как-то не так еще выразительно. Пойдемте обойдем. Камелии. Ну, сейчас они, видите, невзрачные такие, весной будут нас радовать.
буду частенько сюда прибегать, показывать вам их. Буквально несколько дней назад, месяца полтора-два, здесь еще было много людей. И где же вы все? А вот и клен. Краснеет, но как-то еще не очень. Все, ребят, всем пока. На этом я заканчиваю этот достаточно длинный ролик. Привет из Ладовского.